самый хороший. А чем понравился? Да всем понравился. И, так сказать, содержанием, и костюмы. Ну, все нормально. Угу. А немножко, ага. Вначале немножко там мрачновато мне показалось. Немножко. Угу. Ну, интересно. А чем тебе понравился? Мне понравилось, что они там веселые. Ну, и сюжет хороший. Угу. Ну, хорошее впечатление, но просто у меня ребенок немножко все-таки маловат для, угу. для этого спектакля. Сложный был для него. Ну, не знаю, но не все. Я думаю, что он не так это понял, как вы, ну, как я, например. А нужно было как-то заранее готовить ребенка? Да, ну я так вот сначала ему рассказала сказку, но специфический поставок. Приличный. Понравился? Да. А чем понравился? Вот основной герой. Расскажи, как тебе спектакль? Ну, мне очень понравилось. Угу. Ты в Лондоне у тебя такого не видел, ничего подобного? Ну, видела вообще-то. А что подобное? Что похоже на этот спектакль? Ну чего? Что? Может быть, какой-то спектакль был похожий или сказка? Ну, я помню, я какой-то мультик смотрела, там тоже какой-то он что-то дядя всех убивал, что-то, потом ему голову сделали медведя, потом тоже как бы похожая история. А, ты про историю говорила, а у тебя спрашивают, как тебе сам спектакль? Ну, спектакль установка. Мне понравился, и как было, как будто это правда настоящее. Угу. Хорошо актеры играли? Да. Угу. И все эти тени тоже здорово, да? А как вы думаете, с какого возраста стоит вести ребенка на этот спектакль? Ну, я думаю, что лет 8, чтобы они условности понимали, как зеркало вот это. Вот, я думаю, так. Спасибо. А чем понравился? Ну, молодежным составом, необычностью оформления. Так что замечательно. А дети как? Дети, вот они спрашивают. Как вам спектакль, расскажите? Очень понравился. Понравился? А чем понравился? Всем сериалам сюжет. Сюжет захватывающий. Да, так. Я не за кадром. Мне лично понравился, честно. Вот я старый помню спектакль наш. И это тоже хорошо, хорошая постановка. А детям? Детям? Ей понравилось. Понравился? А чем? Думаю, что артистично так. Весело. Был понятный сюжет? Да? Да? А чем понравился? Ну, сюжет понравился, режиссура, все понравилось. И декорации очень интересные. Как спектакль? Понравился? А ты все поняла? Или думаю, какие-то моменты? Не все, не все думаю, да? Что не все. Это нужно, должна быть подготовка все-таки. Потому что это несколько другого плана.